суставах была боль, она не могла сгибать колени. Там отекшие были. Вы не могли ходить? Я не могла ходить, мне сегодня было больно, очень натруженные ноги. И очень больно было сюда прийти, мне сын привез сюда. А где сын ваш? Он в Донецке, он поехал в Донецк. А вы из Донецка? Нет, я Горловская, тут недалеко живу, а сын живет в Донецке меньше. Ага. Он верующий, и я тоже, уже 10 лет. И он вас привел. Так, вы можете со мной пройти? Поднимите только ноги, чтобы я видел. Слава Богу. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за это.